Добрый день, с вами канал EA Industry. И сегодня, ребята, мы поможем вам, именно вам, подобрать по вашей ценовой политике, по вашим каким-то техническим требованиям, тормозные колодки. Поехали! Это то, что касается японских автомобилей. Это фирма Акебона. Она является поставщиком, особенно раньше, на многие японские автомобили. Ну, реально достойное качество, но и высокая цена. Это было очень популярно в 2000-х годах. Колодки высокого качества, минус большой, это цена. Все видно, компьютерная гравировочка пробивается, видите, название фирмы. Качество действительно достойное, но высокая цена. Очень были популярны в 2000-х годах. Фирма Remsa. Так как и вот эти колодки в 90-х, 2000-х годах были очень популярны. Это старая упаковочка, это новая упаковка. Ну, мое мнение, рекомендую ли я их? Ну, честно, не рекомендую. Ну, я бы сказал, среднее качество, но цена дорогих колодок. Это честно и откровенно. В 2000-х годах были очень популярны, потому что не было как бы особо других представленных брендов. Все сделано как бы достойно, но цена. Цена, и для меня это качество среднего сегмента, но цена дорогих колодок. Фирма TRV. Так как и Brembo, так как и Ferrodo, ATE, это разработчики тормозных систем, это высочайшее качество, но очень высокая цена. К примеру, чтобы вы понимали, если для примера взять Hyundai Tucson первого поколения, самые дешевые колодки будут стоить, если в долларах взять, $8-10, то эти будут стоить, ну, реально где-то в пределах $20, а то и $25. Вот такой вот ценовой разбег будет. Но качество между вот этими и вот этими несравнимо. Но очень высокая цена. Немногие это хотят, не хотят переплачивать, но многие хотят очень высокого качества и хотят переплатить деньги. Реально достойное качество, хотя, честно, очень много жалоб, потому что очень много подделок. Минус — это цена. И бренд Ferrodo, так как и TRV, разработчик тормозных систем, цена еще выше TRV. Качество, конечно, высокое, но и цена, я считаю, очень высокая. Если визуально даже смотреть, все пробивается, компьютерная гравировочка Ferrodo, сертификация. Но визуально, вот если так посмотреть, ну, для меня визуально, качество каких-то недорогих колодок. Но реально качество очень достойное. Но высокая цена — это очень большой минус. Ребята, понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, для нас это важно. Мы занимаемся широчайшим спектром автозапчастей. Звоните, пишите, пытаемся ответить оперативно. Всем здоровья, удачи, пока.